Избила преподавателя прямо на уроке. Педагог заявление в милицию не написала, да и школьница все нипочем. Кстати, ее мама глава сельсовета. И нашу съемочную группу хулиганка отборным матом обдала. Максим Кошелев из Крыма. В селе Победное под Джанкоем школа уже скандальная. Однажды во время драки ученику здесь повредили позвоночник. А вот теперь 11-классница Инна Сигидина избила учительницу английского. Та попросила ее снять ноги с парты. Но в милиции говорят... Ранее каких-либо заявлений и сообщений по данному факту в дежурную часть Джанкойского городского отдела милиции не поступало. Пострадавшая учительница с Интером общаться не захотела. А вот директор школы признает, конфликт был, но имела ли место драка, не знает. Ребенка просто-напросто взяли для проведения беседы, выяснения, что произошло, и все. Так а что ребенок говорил? Ребенок на данный момент отказывается. Вообще поясняет. Да, он говорит, я достаточно взрослая, я с этим сама разберусь. Угу. Разбираться, похоже, будут все. Сегодня в Победном уже побывали комиссии из РАЯНО, милиции, прокуратуры и Минобразования. Мать Инны, она же сельский голова, Елена Сигидина, в слезах. Вину дочки признает. Конечно, дочь моя Инна неправильно себя повела. Я за это, как мать... Даже не знаю, у меня таких слов нет, но я прошу прощения у учителя, я прошу прощения у всех учителей в школе. Эскалации конфликта в Победном, похоже, не хочет никто. Ни руководство школы, ни сама пострадавший педагог, ни мама девочки по совместительству местный сельский голова. Единственный, кто продолжает поддерживать этот конфликт и грубить окружающим, это сама ученица. Правда, позже школьница извинилась, но поздно. Все обстоятельства школьного конфликта теперь выясняют следователи. Максим Кошелев, Виталий Зитковский. Подробности телеканал Интер. Крым.